Счет у парнишки, конечно, странный, но посчитал-то он правильно. Ментальная арифметика в действии, друзья. 17 конфет. В Бурятии настолько сильные морозы, что замерзают даже трамваи, а людям все нипочем. Вышли из вагона и потопали по своим делам. На площади революции такие классные качели, что даже морозные дни пользуются спросом. Премию «Самый полезный указатель в городе» получает табличка на площади Советов. Ну а что, правда ведь полезно, вдруг приспичит. Не зря говорят, машины как люди, даже заболеть могут. У этой вот насморк. И кто сказал, что русские тойтерьеры не поддаются дрессировке? Это точно не про Терри. Не держите видео в телефоне, это вредно и для него, и для вас. Ему засоряет память, вас лишает денег. Да-да, мы хорошо платим за интересный контент. ЧП, ДТП, котики, песики, Байкал и, конечно, забавные детишки. Присылайте все это нам и получайте деньги.